Эти люди ответственны и терпеливы. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Все неприятности, связанные с людьми номером 4, удваиваются для людей числа 8. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Владельцы этого имени в своем продвижении вперед руководствуются строгими нравственными принципами. Смело встречают различные превратности судьбы и обладают редким даром обращать видимые поражения в собственную пользу. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Из положительных черт характера выделяется верность, надежность и честность, уверенность в себе, амбициозность, любит рисковать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.